И всем привет! С вами Некрос. Сегодня в Mortal Kombat X мы поиграем за охотника-хищника, а охотиться мы будем на металлического тремора. И это все будет происходить на перекрестке, вот в таком адском месте. Ну что ж, мы будем кидать ловушки и вообще много чего делать, обманывать. Я получу твое оружие. Ну, хищник, естественно, не разговаривает. Вау! Вот так вот, значит, да? Резко, да? Ну, давай. Оп, шарик. А, броня. И не попался. Как он не попался-то? Хоп, шарик. Оп. Оп. И захват. Нет. Зато у меня вниз 4 очень... Ну, хорошо копирует смех. У меня вниз 4 очень далеко бьет. Вау, перехватил. Красава. А если мы тебе сделаем комбо понизу? Точнее, оверхед сделаем и вот так. А, попался, ну все. Смотрите, как он очень по-хитрому, да? Оверхед. Давай. Может быть, сделать ему бруталочку? Попробовать. Видимо, не получится. Но давайте фаталити сделаем. По пятам. Вниз-вниз, назад-вперед. Легкий удар рукой. Так. Диск. Мы вставляем диск, да? Ему в голову. Опасная штука. Согласен. Окей. Давайте еще пару боев. А он это уже говорил. А, точно. Я вспомнил одну вещь. Нужно бить двойкой стараться. Вот так. А. Сейчас мы его... зажмем вот этой вот самой тактикой. Очень хорошая тактика. Воу! Даже этот не спас. Хорош, хорош, тремор. Так, тактика пошла. Воу, освободился, да? А мы вот так. И вот так. И вот так. Оу. Хорош. Хорош, хорош. Убьет меня еще сейчас. Красава. Тремор разошелся. Так, алло, алло, тихо, тихо, тихо. Я проигрывать не собирался. В угол давай, тремор. Давай в угол. О. Красава. Вау! Ну, второй бой за ним, да. Второй бой за ним, согласен. У него красивая заставка победная, да? Согласитесь. А теперь
решающий бой. Посмотрим, кто же все-таки из этого всего победителем выйдет. Давай, я готов. Теперь играем серьезно. Вай. О, как он начал играть-то жестко. Опа. Круто, да? Ну-ка, давай в угол. А, ты что, друг? Ты что тут? Давай в угол обратно. Вот так вот надо поступать с ними. Ну что? Не нравится тебе такой расклад, да? Оп. Оу. Ать, запутаю. Оу. Давай, подходи. Ай-яй-яй, я не могу никак. Я не могу никак ему бруталку сделать, а так хотелось. Ладно, фаталити, верная смерть. Это вниз вперед, назад вверх. А, вот, на таком расстоянии. Это расстояние прыжка или чуть дальше? Цель установлена. Пью. Вроде бы пушки не было у него, да, в этом стиле. Она вдруг появилась во время фаталити. Ну что, друзья, отличный бой, такой достойный получился. И всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.